Сейчас странная потребительская история от нашего зрителя. В одном из сетевых дискаунтеров он купил фрукты, а дома обнаружил, что вместе с ними принес к себе ядовитого паука. Причем, несмотря на зиму, членистоногое оказалось очень бодрым и уверенно перемещалось по кухне. Наш зритель решил, что насекомое вместе с фруктами привезли из-за рубежа. Он воспользовался приложением в телефоне и по нему определил, что, скорее всего, это ядовитый желтосумный паук, распространенный в Центральной Европе и Средней Азии. От его укуса не умирают, конечно, но серьезную аллергическую реакцию с отеками вызвать может. В общем, малоприятное создание. Ну а мы показали фото паука ученому из СФУ. Он предполагает, что мужчина может ошибаться, и это обычный домовой паук, который почему-то ожил в морозы. Скорее всего, все-таки мог быть в помещении, где эти фрукты хранились. Но это не значит, что он с фруктами приехал. Совсем не обязательно. Пауки везде живут. И все пауки ядовиты. Но он такой крохотный, что у него даже не хватит сережек прокусить кожу пальца того же человека. Поэтому для человека, с точки зрения укусов, он не опасен. Но сейчас покрутится, повертится в этой банке и все.